Я бы, как вам сказать, я насчет именно, чтобы с нулем закончить, как бы такого не было. У меня была цель просто выйти на каждую схватку, настраивался только на победу. Получилось так, что вот в финале за предупреждение, то, что я чуть жестко шлунганул, балла дали. Хотя судьи должны были бы вначале дать предупреждение, но на этом месте они сразу дали пассив балл. Как бы, ну, настроя такого не было, чтобы с нулем закончить. Просто настрой был на победу. Такого не было, но я настраивался на каждого. Я не смотрел, я боролся с ним или не боролся до этого. У меня такого не было. Я настраивался на каждого, на всех на 100%, потому что мне надо было доказывать, что я давно не боролся на Европе, на мире. Мне надо было доказывать, что я номер один тут. И как бы выкладывался на все 100%. Мы работаем над этими. Работа над ошибками проходит. Тренер работает со мной, Гайдар Гайдаров тоже. После 2018 года я как бы провел работу с тренером. И я жду этого дня, пока мы вновь встретимся с Хасаном Яздани, с Тейлором. Хочу отыграться за проигрыш. Я надеюсь, у меня все получится. Ну, ковер покажет, как говорится. Я думаю, и так вроде все нормально. Просто нужно правильно себя подвести к соревнованиям. И все, как бы, я думаю, если ты борешься на таком уровне, ты уже как бы профессионал. И просто надо работать, правильно подвести себя, и все. У меня, если честно сказать, у меня чуть нога побаливала. И как бы опасался чуть. Из-за этого как бы чуть страховался. А так... В процессе всей схватки я все контролировал, хоть даже счет такой был 3-1 опасный, все было под контролем. Да, наверное, чуть отдохну, недельки 2-3, потом уже начну работать, готовиться к чемпионату мира. С тренерами пообщаемся, как бы поговорим, уже видно будет. Тренера как скажут, как наша федерация Греции как скажет, так и сделаем.